You have it somewhere in your imagination, but here is the only place it actually lives. Its color, golden, like the sun peeking out in winter in the taiga. Тигр – это хозяин. Хозяин тайги. Величие. Красивый зверь. Очень, очень. Красивый зверь. Тигр, царь зверей. Самодостаточный. Каймановска. 300 living souls. The village borders the taiga. The Usurisk Sabovednik, the stronghold of the Siberian tiger. These faces, these rangers of the Sabovednik, sometimes young, sometimes old, are the last rampart against the disappearance of one of the most intense representations of the wild. Their territory. A far eastern primary forest, 400 square kilometers of taiga, only 1.5 hours away from Vladivostok, the terminus of the Trans-Siberian Railway. Заповедник может являться экологическим коридором при создании определенных условий. Например, такими условиями являются создание вокруг территории заповедника охранной зоны, что очень важно, и создание так называемого экологического коридора, который может связать западную группировку тигров и северную. Вернее, юго-западную группировку тигров и северную, тогда мы можем говорить о сохранении какого-то генетического, так сказать, фонда. Сегодня, к сожалению, эти две группировки разрознены, и я думаю, что все-таки Уссурийский заповедник сыграет свою положительную роль при принятии определенного вида решений. How many tigers are left? Actually, nobody really knows. But Andre is determined to know for sure concerning his reserve. The tiger doesn't reveal its secrets easily. But the men of the patrol are determined to install camera traps deep in the reserve. These systems will be triggered automatically at the slightest movement and may reveal the ghosts of the forest. На сегодня заповедники очень важны для сохранения тигра. Но мы уже перешли ту черту, когда сохранять тигра можно было только в заповедниках. Активизация хозяйственной деятельности человека в ареале тигра не позволяет сегодня с уверенностью сказать, что мы можем сохранить эту популяцию. Поэтому необходимы меры охраны не только в заповедниках, но и на окружающих территориях. За последние годы построено два путепровода, один для газа, другой для нефти. Чем это опасно? Это опасно тем, что браконьеры получают доступ к ранее недоступным территориям, практически к границе заповедника. For the surrounding villages, those resources travel through the pipelines without stopping, encouraging poaching between tradition and necessity. However, another kind of hunting emerging nowadays in Russia is making the situation even worse. Скажем так, юный капитализм, который возникает в России, породил совершенно другое поколение людей, совершенно другой тип людей, которые имеют возможность приобретать замечательное оружие, длинные стволы, которые стреляют из автомобиля, которые стреляют не для того, чтобы съесть, а только в свое удовольствие. То есть, если там раньше дети из рогатки стреляли по воробьям, сегодня новые русские, уже как бы они не новые, они уже полустарые русские, стреляют из машины по тиграм.
Они убивают друг друга в тайге, потому что стреляют на звук, на шорох и прочее. Это, наверное, самое страшное. То есть я никогда не боялся жить в тайге. Не боялся медведя, не боялся тигра. То есть боялся, конечно, но не так, как я сегодня боюсь этого самого нового русского охотника, который ничего в тайге не понимает и который опаснее любого другого зверя. Потому что он наших законов таежных не знает, он не понимает этой жизни. Ну, к сожалению, территории обитания тигра, даже в закрытых, так называемых, территориях, то есть в заповедниках, тоже имеют свои проблемы. Допустим, через Уссурийский заповедник пролегает дорога регионального значения, по которой ходит много транспорта. Она имеет протяженность 13 километров и рассекает территорию заповедника с севера на юг. К сожалению, многие браконьеры используют эту дорогу с целью добычи мяса в ночной период. Животное отстреливается. И, как правило, машина, с которой производится выстрел, сразу же уезжает. Подъезжает вторая машина с людьми, у которых нет оружия, которые выносят тушу животного. И в случае конфликта с правоохранительными органами, либо с охраной заповедника, они говорят: мы увидели убитого оленя, и не пропадать же мясу, мы просто хотели его взять себе. Тигр – это вершина пищевой пирамиды в лесу. Поэтому любые действия, которые происходят в лесу, они влияют так или иначе на популяцию тигра. Вырубка леса влияет на состояние численности копытных. Численность копытных – это основополагающая составляющая для того, чтобы тигр мог благополучно жить. Поэтому браконьерство, конечно, в любой области, будь то незаконная рубка леса, незаконная добыча копытных, все влияет как на состояние среды обитания, так и на кормовую базу тигра. Поэтому браконьерство в любом виде, конечно, вредит популяции тигра. The port of Vladivostok had its first street along the seashore, a remnant of the golden age of the Far East. That era almost put an end to the presence of the tiger in the region, but then the Soviet era closed the Chinese frontier, dramatically reducing the commerce of tiger parts. But today, this phenomenon is coming back. Ну как бы у китайцев, которые, значит, у них говорится о том, что тигр все, что с тигра есть, все дериваты, они ценны в медицинском отношении. И мясо, и особенно кости. Вот. Поэтому достаточно большой рынок вот именно на медицинские цели тигров был у нас еще в начале позапрошлого века. Значит, когда человек, если он добыл тигра и продал тушу тигра китайцу, он, в общем-то, мог на это приобрести там и корову, и еще там что-нибудь. В общем, становился достаточно богатым человеком. Сейчас, конечно, это посложнее, потому что у нас достаточно хорошо работает таможня, и случаев меньше. Но, тем не менее, они есть. Вот. Пытаются вывезти и кости, пытаются вывезти и шкуры. Ну и даже вот в народе есть такое поверье, даже усы, и то они очень ценные у тигра. Россиянина сырьем для лекарства, и так далее. Он тигр, он диковинный зверь, которого кто-то боится, кто-то мечтает добыть и повесить себе на стену. Но он все равно не сырье, он не червяк, не лягушка, это тигр. Вот. И там на гербах в Сибири пытались рисовать когда-то тигра, ну потому что это был тигр там, или бабр. И вот в этом смысле я полагаю, что тигру, который живет в России, леопарду, который живет в России, повезло значительно больше, чем тем его родственникам, которые оказались в Китае или в Корее. When a tigress is poached, its cubs are sometimes rescued by a rehabilitation center close to the Zapovednik to be one day reintroduced in the wild.
Built with the help of the Russian Geographic Society, the center is part of the largest research project on tigers ever launched in Russia and is managed by the Savertsov Institute for Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences. Очень важно сохранить каждую особь в популяции редких и исчезающих видов. Сюда попадают тигрята-сироты. Мы стараемся дать им второй шанс. В процессе реабилитации существует три основных момента, которые позволяют подготовить тигрят к выпуску. Первым из них является минимизация контакта с человеком, чтобы тигрята не привыкали к человеку. Поэтому мы наблюдаем за тигрятами только через камеры и фотоловушки. Вживую их практически никогда не видим. Вторым немаловажным моментом является обучение охоте тигрят. Мы даем им живые корма, которые включают в себя диких животных, те виды диких животных, которые они потом встретят в дикой природе. И третьим моментом является социализация тигрят. Некоторые из тигрят живут в вольерах вместе, некоторые в смежных вольерах. Поэтому они практически беспрепятственно могут играть и контактировать друг с другом, формируя социальное поведение, которое потом им в дальнейшем поможет в дикой природе. Everything began with Zalushka, Cinderella in Russian. Recovered when she was only 4 months, she was so weak and cold that a bit of her tail was black with frostbite and had to be removed. For 15 months at the center, Zalushka thrived and became an accomplished tigress, hunting and even hiding her food from others in the snow. Her release was a world first and the proof that nothing is lost for those tigers orphaned through poaching. With the help of IFOR, the International Fund for Animal Welfare, and over a period of only 3 years, 6 tigers have been successfully reintroduced in the wild of the Russian Far East. On the road in the heart of the Zapovednik, something attracts the ranger's attention. Tracks that leave no doubts. A tiger came through during the night, and its tracks lead right in the direction of the camera trap. Totally unexpectedly, it is Serga, a tigress that gave birth to 2 generations of tigers in the Zapovednik and that not a single camera trap had photographed for 6 months. Как мы видим, Уссурийский заповедник окружен 6 охотничьими участками, где проводится не только охота на копытных животных, но на этих же территориях проводится рубка леса. Вот наши данные по маршрутам, которыми движутся тигры, показывает, что тигры на самом деле живут не только на территории заповедника, но еще южнее. Что здесь интересно? Интересно, что если эту территорию включить в охраняемую территорию заповедника, мы будем сохранять не только тигра, но и будем обеспечивать нормальный режим функционирования питьевого водохранилища города Владивостока. Это очень важно. Чистая вода для людей и нетронутые угодья для тигра. Thank you.
представитель с 13 стран. Тех, где водятся тигры, прибыли главы Интерпола, Всемирного банка и звезды шоу-бизнеса. Конечно, мы сегодня обсуждаем проблему сохранения тигра, но никто... Thank you.